Расскажи о себе тот факт, который еще никто не знает. Ненавижу качать ноги в зале. Факт. И так дальше. Первый готов. Возьми шарик с гелем и зачитай рэп. О, давай, интересно. Шарик в студию. 99 проблем все связаны с ней. Посмотри на себя, как за несколько дней любовь губит людей. Она снимает ремень с тебя каждый раз, так уходя от ответа, прости. Но в вашем грязном театре любви, правда, нет и квадратного метра. Разве тебе не заметно? И нужны твои деньги, но только не ты, когда пишет вместо привета про то, как ей хочется лето во время зимы. Засчитано! Спасибо. Придумай провокационное задание для следующего гостя. Абсолютно, что хочешь. Да? Да. Тут ключевое слово – провокационное. Угу. Можно станцевать, я не знаю. Ага. Танец так танец. Договорились, будет сделано. Окей. Молодец, ты отлично справился со всеми заданиями.